вечер, Россия в прямом эфире. Он решил спасти ее своей любовью. И вот дело дошло до свадьбы, и вдруг он поджег ее. В моем революционном центре и вокруг меня ходят люди, которые убивали. И то, с чем я сталкиваюсь, и мы можем, конечно, много об этом говорить, кто он, кто она, что она и так далее, но мы не умеем жить. Люди не умеют жить. Поэтому то, что нам нужно делать, нам нужно учить людей жить. Мы учим людей по 15 лет, как кушать готовить, да. Но мы не учим людей, что такое семья, в которой жить всю жизнь. И во имя чего это нужно? Ради чего жить? Вы совершенно проверили. Проблема Кати заключается в том, что она не замужем. Проблема нашей страны. Да. Была бы другая история, если бы эта девушка имела честь в чем-то, и она вышла бы замуж за этого человека. Послушайте, как строится семья? Она уводит мужа, он уводит жену. Это катастрофа. Вы говорите, ну, гражданский брак, какая разница? Вот какая разница. Девушка пошла на это. Это катастрофа. Так это кончается. Девушки, цените себя. Девушки, цените себя. Не выходите замуж. Не просто стройте отношения. Ложитесь с кем-то. Выйдите замуж, а потом стройте отношения. Но вот, кроме того, я священник, я это себе представляю. Так было в моей жизни. Вечер, Россия в прямом эфире. Лена, просто очень хочется. Вы уже здесь на программе после всего объясняете. Ой, у меня ничего нет с ними общего. Важно, чтобы вы на этом делали акцент. Мы несем красивое, мы несем что-то праведное. Мы несем не пошлое. Мы против пошлоты, мы против какой-то грязи у детей, у другого общества. Я прошу всех наших артистов, учите их чему-то чистому. Tonight, we want to see your glory shine, burning like a flame forever. I am broken, nothing I can do. I'm calling out to you, bringing you a heart that's open. Come and light a fire, come and light a fire. In this moment, hear me crying out. I'm reaching for you now, bringing you a heart that's open and broken. Здравствуйте, дорогой Киев, драгоценная, любимая Украина всеми нами. Благословенная Богом. Дорогая наша семья, дорогие мои папа и мама, я имею в виду родные папа и мама, мои братья, мои сестры, дорогой мой пастор и дорогая вся церковь там на Украине и все церкви там на Украине. Ведется запись и трансляция из самого сердца России, из центра города Москва. Я понимаю, что для многих сразу, наверное, это как-то сейчас противоречиво звучит, но в этом сердце России мы хотим, чтобы вы услышали большую Божью любовь. Очень любим всех вас. И как церковь здесь, в России, в Москве, мы благословляем вас. Мы очень ценим и мы молимся. И как никогда мы молимся за всю Украину сегодня. Мы молимся о том, чтобы Бог, Он по-настоящему благословил и по-настоящему вмешался в эту благословенную житницу Божью. Украина в свое время послала очень много миссионеров в эту страну. И даже в моем лице, не даже, а прежде всего в моем лице. Поэтому простите нас
здесь тоже за... Нам очень не хочется, чтобы то, что происходит, происходило дальше. Мы очень хотим, чтобы мир на Украине царствовал, и мы молимся за этот мир. Дорогой пастор, большое спасибо за то, что вы также молитесь и благословляете, я знаю, нашу землю, благословляете нашу церковь, и мы ее благословляем. Благословляем все церкви на Украине, мы вас поздравляем. 20-летний юбилей происходит. К сожалению, во многом без нас, но это неправда, со всем нашим сердцем. И вся церковь, это еще не вся церковь, но вся-вся церковь, и все наши церкви, всем своим сердцем молимся вас и благословляем. С днем рождения! Мы вас очень любим и скоро встретимся. Поэтому поздравляем вас с днем рождения! С днем рождения, Киев! С днем рождения, Украина! С днем рождения, все церкви! Будьте благословенны! Любим вас и обнимаем! До встречи! Спасибо!